الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья в первую очередь я бы хотел сделать вам завещание и самому себе чтобы мы боялись Аллаху Тааля чтобы мы боялись оставлять его повеления и исполнять то что он запрещал делать то что он запрещал Таква – это основа, на котором зиждется вся наша религия. Поэтому я завещаю вам и самому себе, чтобы мы были богобоязненными мутакинами, чтобы совершали пятикратный намаз, соблюдали пост, уплачивали закат, совершали хадж, и чтобы мы остерегались всего того, что он запретил, как прелюбодеяние, как воровство, как обман, как гибет и другие все известные нам и неизвестные запрещенные вещи. Вторую очередь я бы хотел просить Аллаху Тааля, чтобы он принял то, что мы совершили в течение этого благодатного месяца Рамадан, совершенные нами таравихи, соблюденные посты, и чтобы он нам дал силу завершить этот месяц достойным образом, чтобы мы вышли из него уже с прощенными грехами, освобожденными от огня ада. И чтобы Аллаху Тааля дал нам силу соблюдать или же стараться встретиться с Лайлатуль Кадри, который находится вот эти последние 10 дней, особенно в Аутарах. Далее, дорогие братья, приближается Идуль Фитри. Это завершение Рамадана, и его завершением является выплачивание Закатуль Фитр. Закатуль Фитр – это сах, мы называем выплачивание саха. О достоинствах выплачивания саха говорится имаму Шафии, рахматуллахи алейхи, его учителем был, шейхом был Вакий, он говорит, закатуль фитри лишь Рамадана ка суджуду сахви ли саля. Для месяца Рамадан вот закатуль фитр сах является подобно суджуду сахви для намаза. Вот те упущения, которые мы допустили в намазе, они исправляются совершением суджуду сахви. Вот также допущенные во время поста какие-то упущения, какие-то недостатки, они возмещаются с помощью вот этого выплачивания закатуль фитр. Вот его слова, подтверждающие хадисы, тоже имеются. Пророк, алейхиссалату вассалям, как передает от него Абу Дауд, Ибн Маджа от Абду ибн Аббаса говорится, Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал обязательным закатуль фитр ухратан лиссуайми мин аль-лагви ва-рафаси, чтобы очищать посящего от пустословия, от сквернословия, от болтовни. Та болтовня, та сквернословие, которое мы допускаем во время поста, хотя это является недопустимым, вот это возмещается с помощью закатуль фитр. А также от умматан лиль масакин. И Аллах, Пророк, алейхиссалату вассалям, заключил в этом сахе, в этом закате пропитание для бедняков. Вот два смысла из этих смыслов. Еще говорится о одном хадисе, который переводит имам Суюти от Шахина, указывая на его слабость, хотя в таких местах слабый хадис тоже принимается. Инна саума Рамадана муалликун байна самаи валь арди ла юрфау илля бизакати аль-фитри. Пост, когда мы совершаем его, она поднимается, но до небес не доходит, как будто бы висит между небом и землей. То есть она не, пост не поднимается на небеса, и мы не получаем за него награду, пока не выплатим закату аль-фитри. В книге Иадат аль-Алим говорится, это не означает, что человек не получает награду за пост. Это означает, что полноценный, совершенный он будет, когда мы выплатим закат аль-фитр. Поэтому закат аль-фитр он является таким важным и таким дорогим деянием. Но некоторые даже не знают, что это является обязательным фардом для каждого человека при определенных условиях и кроме исключительных случаев. То есть это является фарудом, которые, как и другие фурулы, могут быть
отменен мир в определенных ситуациях. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, закат-уль-фитр сделал обязательным для каждого мусульманина. Несмотря на его пол, несмотря на его возраст, маленький он, взрослый, мужчина или женщина, свободный или он невольный, всякий мусульманин обязан выплачивать закат-уль-фитр, кроме исключительных случаев, о которых мы далее поговорим. Вот обязательным этот закат был сделан в 2-м году от хиджры в Медине, вместе с обязательством поста Рамадана. Они вместе были сделаны в Медине обязанность. Об этом указывают следующие хадисы. Достоверные хадисы от Абдуллах бин Умара, радиаллаху анху, говорится: «Фарадла Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассалям, закат аль-фитр мин Рамадана аля нас». Пророк, алейхиссалату вассалям, сделал обязательным для людей закат аль-фитр. То есть закат аль-фитр является обязательным для каждого мусульманина. И что он должен выплачивать? Са'ан мин тамрин ау са'ан мин ша'ирин. Это в одном, в этом хадисе только 2 упоминается, а других еще больше. Либо сах фиников, либо сах ячменя. Аля кулли хуррин ау абдин закарин ау унса мин аль-муслимин. Несмотря на то, что он мужчина или женщина, свободный или же невольный, хотя в наше время вот эта последняя категория, она не актуальна, но тем не менее здесь указывается, маленький он или же совершеннолетний, то есть за каждого мусульманина пророк, алейхиссалату вассалям, обязал выплачивать закат-уль-фитр. В другом хадисе говорится от Абу Саида Худри, радиаллаху анху, «Кунна нухриджу, и дакана фина Расулу Ассалам, закат-уль-фитр, анкули сагирин, кабирин, хуррин, о мамлюкин». Когда среди нас жил пророк, алейхиссалату вассалям, мы выплачивали закат сах, размеры саха, за каждого верующего мусульманина, маленький он, большой, свободный или же он невольный. Сах чего? Сах пшеницы, либо сах ячменя, либо сах сыра или творога, либо сах фиников, либо сах изюма. То есть из этих вещей, что больше чего употребляет в этом населенном пункте, из этого выплачивался. Один сах. А сколько весит один сах? Это у разных мазхабов чуть-чуть разные понимания этого саха. Ну, по нашему мазхабу, для того, чтобы там исключить какие-то недостатки из-за шелухи, из-за пыли, из-за земли, мы округляем, говорим, 3 килограмма пшеницы. Либо фиников, либо риса. Ну, то, что мы больше всего употребляем. За каждого члена семьи, за каждого человека имеется в виду. Ну, по разным риваятам у разных мазхабов минимальные 2036 граммов, максимально 4288 граммов. Вот это является сахом. И именно из того продукта, который больше всего употребляет житель населенного пункта, где проживает человек, от которого платят закат. Например, если мы живем в Буняковске, мы выплачиваем из того продукта, который больше всего мы кушаем. Это у нас хлеб. Зерно, пшеница. Но когда мы говорим, что каждый мусульманин обязан выплачивать закат, сейчас мы расскажем, каким образом выплачивается, кто выплачивает, за кого выплачивают. Вот совершеннолетний свободный мусульманин. Вот мы с вами. Мы должны выплачивать закат, в первую очередь, за самого себя. Если мы женаты, имеем жену, или одну, или две, или три, или четыре, за каждую жену тоже, при условии, что она нам подчиняется. А также за жену, которая развелась с нами одним или двумя разводами, но ида еще не завершилась, она еще в ида находится. К моменту захода солнца, последнего дня месяца Рамадана. То есть за действующую жену, даже если она богатая, при условии, что она нам подчиняется. Если не подчиняется, то мы не обязаны за нее выплачивать закат, аль-фитр. Если имеется жена, с которой мы развелись одним или двумя разводами, но ее идда еще не закончилась к моменту захода солнца последнего дня месяца Рамадан. Потому что она тоже считается для нас пока женой, пока не завершится идда. За нее тоже должны выплачивать. А также за жену, которая развелась 3 разводами, но она беременна от этого мужа. Беременна
и первый месяц продолжается до захода солнца последнего дня месяца Рамадан. Вот это должны мужья иметь в виду. За действующую жену, за жену, которая развелась одним или двумя разводами, и она к моменту захода солнца последнего дня месяца Рамадан остается еще в виде, если, даже если она разведена трехкратным разводом, но она беременна еще от него, и беременность еще продолжается. Вот за жену вот так надо выплачивать. За своих несовершеннолетних детей, если они не богаты. То есть твои несовершеннолетние дети, мальчик и девочка, без разницы, за каждого из них отец должен выплачивать закат аль-фитр. А если они богатые, то он имеет право либо из своего имущества выплачивать, либо из их имущества выплачивать. Отец выплачивает. Он не обязан в данном случае выплачивать из своего имущества, если они дети богатые. Также мужчина должен выплачивать закат за своих родителей. Родителей, если они бедные, если они в нем нуждаются. И, как в книге указывается, за невольных. В наше время это не актуально. Поняли, да? Каждый мужчина должен оплачивать закат за самого себя, за свою супругу, жену, если она ему послушна, даже если она богатая. За свою разведенную одними-двумя разводами жену, если ида продолжается к заходу солнца. За свою разведенную полностью тремя разводами жену, если она беременна от него к моменту захода солнца. За своих несовершеннолетних детей, если они не богатые. Если богатый, он имеет право из своего имущества или же их имущества, но он должен оплачивать. И за своих родителей, если они бедные, у них нет чем оплачивать. Когда мы говорим богатые или бедные, это что означает? Это означает, что глава семейства имеет сверх того, что он, что ему необходимо для обеспечения своей семьи, своей жены, детей и родителей, если они нуждаются, пропитанием, жильем, одеждой. Если у него сверх этого имеются средства, достаточные для одного дня, Иду-ль-Фитри и одной ночи после него. Если у него сверх этого имеется, тогда он обязан. Если у него нет сверх этого, он не обязан. То есть богатство является условием обязательности закат. Если человек бедный, то есть у него нет чем содержать свою семью вот эти сутки, пропитанием, одеждой или съемным жильем, у него нет больше этого, тогда он не обязан. Но все-таки ему тоже хорошо постараться. Также женщина, мы говорили о мужчине. Вот мужчина вот так должен выплачивать закат. Женщина, если она незамужная, тоже имеет состоятельность, имеет сверх того, что ей необходимо вот на эти сутки для проживания, она должна выплачивать за самого себя, если она незамужная. Если она замужная, но она не подчиняется своему мужу, к моменту захода солнца, последнего дня Рамадана, она не подчиняется мужу. Она нушузе находится, ну, с ним споры, она с ним не подчиняется его повелениям. Тогда она обязана за себя сама выплачивать. То есть за себя, если она не замужная, а если не замужная, но она не подчиняется мужу. Мы говорили, что муж не выплачивает. Тогда она сама должна выплачивать. Если, азан Аллах, у нее имеются незаконно рожденные дети, ребенок, она должна за них выплачивать закат. И за своих невольников, если такие имеются. Далее, вот каждый мужчина, когда он хочет выплачивать закат за свою жену и за своих несовершеннолетних детей, он не должен у них разрешение взять. Он может, не зная, не оставляя их известность, прийти в мечеть, выплачивать за них закат. Потому что он является главой, он является отцом, а не совершеннолетний. Он имеет право так делать, поступать. А если дети взрослые или же родители, тогда он должен у них разрешение взять, чтобы они ему разрешили за них выплачивать закат. Вот такие моменты. Когда надо выплачивать обязательным является, ну, до захода солнца, то есть
То есть запрещается оставить выплачивание заката до захода, после захода. Но после захода оставить нельзя. До этого надо выплачивать. А можно начинать и преждевременно, не ожидая захода последнего дня, солнца последнего дня. Например, сегодня у нас еще до Ида, почти неделя, да? Мы сегодня же можем выплачивать закат. Вот видите, после намаза, вот там же купится, и там же его выплачивать. Можно так делать. Его надо давать тем людям, которым закат дают. Ну, бедным, беднякам имеется в виду. И говорится, вот каждый зах надо разделить между вот этими всеми категориями. Так тоже говорится. Это трудно, поэтому лучше вот тем, кто этим занимается, им же поручить вакилем делать, чтобы они раздавали. Вот у нас во дворе имеется место, где продается пшеница для заката. Желающие могут пшеницей уплачивать, могут и деньгами, следуя имаму Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, могут ценой только пшеницы, или же ценой фиников, или же ценой риса. Это смотря у кого сколько имеется возможность. Ну, чем дорогое, тем лучше. Чем дороже ты выплачиваешь, тем лучше для тебя. Поэтому, дорогие братья, можно, не ожидая до последнего дня, сегодня же начинать выплачивать закат. Потому что последний день, там очередь бывает, толпа ставрения бывает. Поэтому, не мешая друг друга, вот можно сегодня потихоньку начинать в течение недели. Пусть Аллах Та'ала даст нам понимание важности и обязательности этого заката и выплачивать его своевременно, не оставляя до захода солнца. Йом аль-Ид. Нельзя оставлять после этого харам. Это грех получается. Да, ускоренно говорится. Да, ускоренно. Там вас обучают, если вы будете здесь снимать закат, то там ребята вас обучат. А так, если мы сами снимаем, говорим преждевременно. Ускоренно. Дальше, дорогие братья, если будут какие-то вопросы по закату фитри, обращайтесь к нашему представителю заката, моему помощнику по закату Муслиму Яхьяеву. Он там бывает в кабинете фонда, инсан. Обращайтесь к нему с любыми вопросами, он вам ответит, иншаллах, рахман. Либо же ко мне, без разницы, либо к моим помощникам. Далее, дорогие братья, есть несколько объявлений, пока у нас не наступит азанное время. Первое, я бы хотел выразить благодарность нашим братьям и сестрам, которые приняли участие в организации общегородской ифтара. У нас был ифтар общегородской 12 апреля. Ну, хотя тут, ну, там не было всех прихожан мечети, но очень много людей были. Мы ожидали, что там будет, ну, 3000 человек. А там даже 4 было, больше было, чем ожидали. Поэтому я выражаю благодарность всем нашим братьям и сестрам, которые приняли участие в организации этого мероприятия, либо финансово, либо физическим трудом, либо морально, либо посещением. Вот есть один аят, который говорится, 261 аят суры Аль-Вакара, бисмиллахи ар-рахмани ар-рахим. Масалу ль-лядина юнфикуна амвалихум фи сабилиллахи, камасали хаббатин амбатат саба санабиля, фи кулли сумбулатин мияту хабба. Валлаху юлайфу лиман яшау, валлаху васиун алим. Говорится тафсир Джалалайни. Масалу сифату нафакати ль-лядина юнфикуна амвалихум фи сабилиллахи, ит-аатихи. Пример тех пожертвований, которым пожертвуют верующие, да, на пути Аллаха, то есть на пути подчинения Ему, на благие направления, любви, хорошие стороны. Камасали хаббатин, это, говорит, подобно зернышку, который человек, ну, зароет землю, да, благодатную, хорошую землю, он его сажает, и с этого одного зернышка вырастает семь этих стеблей, и на каждом стебле семь колос, в каждом колосе по 100 еще зернышек. То есть из одного посеянного зерна зернышко вырастает 700 зерен. То есть таким образом Аллах нам пример показывает, примером нам дает понимать, насколько Аллаху Та'ала возвеличивает награду тех людей, которые расходуют свои имущества на пути Аллаху Та'ала. То есть в том, чем Он доволен. Вот поэтому вот из этого аята мы понимаем, что люди, которые пожертвовали на этом пути, а также те люди, которые пожертвовали своим имуществом для шатра. У нас каждый день отпускает ураза в этом шатре около 500 плюс-минус человек.
500 человек открывает пост здесь, в шатре у нас каждый день в течение Рамадана, а также с начала последних 10 дней сухур же делают столько же людей. Сухур. Это же на ваши деньги делается. Поэтому пусть Аллах примет. Вот 700 раз увеличивая награду за каждый рубль, потраченный вами в этом благоугодном деянии. И чтобы это стало причиной бараката оставшимся имуществе и ваших семьях и детях.